Это снова наша марокканская штукатурка. Только мы ее доработали. Добавили еще перламутра. Объясню, по какой причине мы это сделали. Тоже, видите, ее перламутровой краской. Мы уже добавили гуашь, лазурь, перламутровую краску. Такой получился интересный эффект. По какой причине мы сделали еще раз, это пока только та наша авторская лазурь, первая, которую мы делали с Парленой. Не знаю, можно видеть ли вы разницу или нет. Сейчас я буду на откос еще демонстрировать. Корзина. А там только, вернее, это уже с перламутровой краской, с миражом и пружина. А там вообще стоит. По какой причине? Получается, мы когда делали декор, я оставлял вот такие. Это первый слой, потом по первому слою мы давали еще марракешика. Да? Получается, не везде, я его перекрыл, да, я надеялся, что у меня перламутр, да, лазурь перекроет, но здесь я промахнулся, она не везде перекрыла, и мне пришлось еще раз скрывать, вот вы видите, да, такие места, вот, и мне пришлось еще раз скрывать, вот еще, вот мы только перламутровые, да, перлыной скрыли, а вот здесь такие, вроде как, пробелы. Вот. Ну и еще тот факт, что у перлыны есть, конечно, достоинство, да, что она такой вот интересный перелив у нас. Да, есть перелив, ну, очень интересный. Но у нее нет такого свечения, да, как у перламутровой, ну, краски. Да? То есть она играет только под определенным углом. Да, если мы видим мираж, то есть перламутровая краска, ну тот же похоже на Атачента, да? Ну, Белута, может быть, другие, Вильвитон. То есть те краски, которые именно шелкографию передают, вот эффект шелкографии. Там его называют античный бархат. Вот это можно. Да, да, есть свечение такое грандиозное, да? Вот, видно, здесь тоже хотел окно. Свечение очень такое эффектное. Сейчас я поставлю на табуретку, покажу, какой идет перелив. Вот, у меня света нет. Вот здесь, не знаю, как вам, но мне очень, конечно, видно. Перелив на солнце. Это наша игра. Поэтому, если вы думаете, что у Антонова, да, у маэстро все получается с первого раза, с первого, как говорится, дубля, то тоже не всегда. Не всегда. Вот, мы достигаем желаемого результата не сразу. Я вам сейчас покажу, что я делал сегодня. Вот, брал, да, вот этот мираж. Брал композит, да? Только перлыну. Это просто видно. Перлыну. Вот. И где-то один к одному у нас получилась вот такая перламутровая, да, краска на основе миража, то есть шелкографии античного бархата и перлыны. Получилось перлына плюс, да? Ну и тоже добавлял еще и остатки нашего прошлогодней, да, лазурки, ну или как, первого слоя лазурки.
когда добавлял этот присутствует эклин. Но большая часть, конечно, это фокер. Мираж. Эльфовский. Тоже мы его разводили с пролыном. Здесь композит, ну, можно присутствовать там пролыном. И Иркумовская. Так что дерзайте, не унывайте, оставайтесь с нами. Я вам пробовал со штатива, но я думаю, так тоже вам будет приятно со мной пообщаться. Вот. Поэтому до новых встреч. Делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше.